Кирове кондуктор вышвырнула на мороз школьника, у которого не было денег на провоз багажа. Багажом женщина назвала школьный рюкзак. Оказывается, ребенок со своими учебниками и тетрадками занимал слишком много места в салоне. Я зашел в автобус. Вот. Мне сказали, что я с ранцем занимаю место за двух человек. И сказали платить еще 15 рублей. Я отказался, но согласен был платить свой проезд. Но брать деньги с мальчика кондуктор не стала. Она вытолкнула его из салона спиной вперед. После такой поездки Сева заболел. Он болел пару-тройку дней, да, у него был двухсторонний отит. Кто знает что-то такое, тот поймет, это страшно, это на ушах спать невозможно. Воспаление с двух сторон сразу в ушах. Отец мальчика позвонил в автобусный парк, однако там мер так и не предприняли. Тогда мужчина обратился в полицию. Но и там искать кондуктора отказались. Нет состава преступления. Теперь за это дело решила взяться прокуратура.